Автоматизированный информационно-измерительный комплекс аэродинамической трубы позволяет проводить различные виды исследований. Исследование обтекания аэродинамических моделей. Весовые испытания по определению аэродинамических характеристик моделей, в том числе моделирование работы силовых установок с помощью воздушно-турбинных имитаторов. Визуализация обтекания моделей методом шелковинок или сажемасляных пленок. Исследование динамически подобных упругих моделей по определению флаттерных характеристик самолетов. Исследование поведения вытяжных систем парашютов при десантировании и отработка методов безопасного сброса макетов техники и манекенов парашютистов. Исследование динамики сброса грузов на моделях авиационно-ракетного комплекса «Воздушный старт» – пример работ по расширению эксплуатационных возможностей самолетов Ан. Такие испытания позволяют не только определить аэродинамические нагрузки, действующие на самолет-носитель и ракету, но и определить их взаимное влияние друг на друга на этапе разделения. В аэродинамической трубе АТ-1 проводится широкий круг прикладных исследований. Высокие метрологические показатели АТ-1 позволяют использовать ее для тарировки приборов, основанных на использовании воздушного напора набегающего потока. Требования увеличения скорости, экономичности и безопасности современных транспортных средств требуют совершенства их аэродинамических форм. В АТ-1 разработана методика и проводятся исследования моделей таких объектов. Исследуются вопросы течения воздушных потоков внутри современных жилых городских районов и воздушные нагрузки на высотные сооружения. Большой объем аэродинамических исследований в АТ-1 занимает спортивная тематика. Исследования аэродинамических характеристик подвесок дельтапланов включают в себя весовые, визуальные, определение поля скоростей. Такие испытания обеспечили минимальное аэродинамическое сопротивление подвесок. Исследуется аэродинамическое сопротивление спортсменов-горнолыжников. Проводятся испытания по определению лобового сопротивления спортивных велосипедов, которые разрабатывает и изготавливает фирма «Антонов». Отрабатывается техника ведения велогонки. Такие исследования внесли свой вклад в достижения украинских спортсменов на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.